Программа предусматривает мероприятия, связанные с реконструкцией и модернизацией объектов теплоснабжения именно внутриквартальных сетей, являющихся собственностью муниципального образования города Саратов. В первую очередь программа направлена на снижение потерь, сокращение сверхнормативных потерь, снижение неэффективных расходов и, конечно, должна обеспечить предоставление услуги по теплоснабжению соответствующего качества, бесперебойную, надлежащего качества, ну и со снижением цены, стоимости тепловой энергии, в первую очередь для нас, для потребителей города Саратова. Если говорить о росте тарифов, то да, в любом случае рост тарифов будет с июля следующего года. Учитывая то, что деятельность по ОТ Плюс до настоящего времени осуществлялась без инвестиционной программы, то есть структуре тарифа на по ОТ Плюс, инвестиционные расходы отсутствовали. Сейчас как раз и рассматривается эта инвестиционная программа, один из источников, у которых будет тариф. И все, наверное, знаете, что на заседании городской думы депутатами города Саратова был согласован максимально допустимый рост на 2020 год в размере 6%. Это чуть выше уровня инфляции. Но это не означает, что именно рост будет 6%. По итогам тарифного регулирования будет определен тариф и соответствующий рост. Единственное, что могу сказать, что больше 6% роста не предусматривается. Mm-hmm.